Привет! Сегодняшний обзор Asobimo.io сайт представляет проект AsobiCoin. Это новый формат для защиты интересов правообладателей и покупателей. Эффективный рынок вторичного цифрового контента на платформе AsobiCoin. Известный разработчик игрового и другого цифрового контента Asobimo, объединяющий более 600 талантливых разработчиков в разных регионах Азии, но преимущественно в Японии, подготовил эффективную платформу для защиты прав разработчиков, правообладателей и покупателей. Ключевой идеей проекта является возможность перепродавать ранее приобретенный цифровой контент. При этом права на него сохраняются у автора и издателя, а не будет просто размещаться в интернете и предлагать бесплатный доступ для всех желающих. Для достижения такого результата разработчики проекта предлагают грамотное внедрение современных возможностей технологий блокчейн и смарт-контрактов для эффективной работы с любым цифровым контентом. Что это дает? Давайте откроем белую бумагу проекта и посмотрим алгоритмы и принципы работы данной платформы AsobiCoin. Первое, конечно же, это гарантия эффективной защиты авторских прав с выплатой полагающихся вознаграждений для автора и издателя контента. То есть автор будет получать в разы больше гонорары за свои труды, за свою работу творческую, да? Например, человек купил книгу электронную, он прочитал ее, продал дальше. И с этой сделки автор получит свой процент, свое вознаграждение, которое по праву он заслужил. Для покупателя нового получается, что он покупает полностью свежий цифровой контент по меньшей цене, поскольку в случае с электронным контентом не происходит какое-либо изнашивание. И первый покупатель может компенсировать основную часть своих трат при последующей перепродаже. А также, кто покупает контент, например, игры Asobimo, при помощи токенов ABX, он получает 50% скидку на продукцию проекта Asobimo. В результате авторы платформы грамотно учтены и защищены интересы каждой стороны взаимодействия для дальнейшего последовательного и эффективного развития отрасли цифрового контента. Как будет работать платформа AsobiCoin? Давайте рассмотрим ключевые примеры ее использования. Как мы видим, кстати, вот в белой бумаге, что Google Play установок и Apple Store очень много, да, исчисляется это миллионами. Итак, возможность продать прочитанный цифровой комикс, в частности, при использовании Asobi Market, можно будет быстро заработать на счет внутренние токены ABX. Полученные токены можно будет использовать для покупки другого комикса, например, да, либо любого другого контента. Продажа игровых предметов и аксессуаров, продажа музыкального контента. На основе более 10-летнего успешного опыта создания и комплексной поддержки игровых систем команда разработчиков планирует подготовку успешного востребованного рынка обмена и продажи вторичного цифрового контента и игровых предметов. Изучайте белую бумагу, изучайте команду проекта. Если есть вопросы, связываемся с членами команды и принимаем наше решение.